Всем доброе утро. У нас сегодня в гостях Наташа Дробушенко и такая тема, которая была заявлена в нашем эфире, потому что девочки спрашивают, что такое стоп. Мы немножко расскажем, покажем по возможности. У нас Наталья сегодня такая звездная, у нее все блестит, мигает, но мы тут настраивали программу. В общем, как получилось, так и получилось. Поэтому А мы вас видим. Ну и отлично. Мы уже тут ничего не трогаем, чтобы вообще не сдвинуть. Потому что так с 15-й попытки вторая программа. Вроде бы зашли, ничего не получается. Короче, техника сегодня хочет в отпуск, на отдых. Но мы запланировали, поэтому решили все-таки выйти. Почему такая возникла тема? Потому что мы начали вязать совместное что-то и большие проекты. Где же взять хорошую пряжу, чтобы она не была золотая? И Наташа есть небольшой опыт, и поэтому вы можете все задавать вопросы. Особенно те, кто, возможно, кто живет на Украине. Как раз она, как говорится, все явки, пароли сдаст, расскажет, в чем минусы, в чем плюсы. Именно вот такой вот пряжи. Наташа, можно говорить, тебя видно. Здравствуйте, девочки. Начнем с того, что сток это от итальянского слова склад. Ну, так как раньше, как Вика нам рассказывала, и опыт такой немножко есть. Я раньше немножко пыталась торговать этой стоковой пряжей. Ну, вот на складах огромных, где вот так Сумская фабрика, здесь они заказывают пряжу огромных бобинах, 2 килограмма, 1,5 кило 800. Но это если вы вяжете большой проект, как, допустим, пальто или костюм, это очень хорошо. А если вот так получается, как мы вяжем на заказ, кому-то кофточку, кому-то юбочку, кому-то шапочку, то, конечно, большую бобину, ну, тяжело брать. На фабриках они не хотят делать размотку. А у нас еще есть, кто живет на Украине, у нас есть специальные такие сайты, называются склады с стоковой пряжи. Значит, заходишь на сайт, ну, А как фишка в найти? том, что... Как найти? То есть набирать в поисковике, писать прям вот так вот Да. склад стоковой пряжи. Стоковая пряжа, склад или склад стоковой пряжи, секонд-хенд, еще так можно написать. А где они вообще находятся? Но они есть по всей Украине. У нас ближайшие это Киев. Мы в Киеве заказывали. Можно, по-моему, Днепропетровский есть. В больших городах, в принципе, должно быть. Ну, Киев делает рассылку по всей Украине. Новой почты. Они в основном новой почтой отсылают, потому что получается там минимум 10 килограмм. Это минимум. Ну, мне нравилось то, что когда вы вот заказываете определенный, там, допустим, такой объем пряжи, там они делают фото, выкладывают все, что будет в этом. То есть выбрать что-то, вот как заходишь, допустим, на любой сайт, и вам показывают, такая пряжа, следующая там такая, все подписано. То здесь нет, здесь просто много объем пряжи. Она сфотографирована. И вот ты смотришь то, что тебе подходит. Ну, я обычно всегда выбирала премиум класс. Потому что в премиум классе вот, остались у меня только, к сожалению, с бобинок такие штучки, на которых намоточка. И всегда можно проверить. То есть есть, вот как Вика показывает, штрих-код. Значит, там даже укажется страна, где этот склад находится, кто его производит. Даже количество мощности, которое производится на эти. И, к сожалению, пишут, да, есть, пишут, там, допустим, один или две бобины было всего изготовлено такого варианта. То есть это, да, итальянцы, они в основном вот на показы мод, а потом все, что остается с этого определенного количества, ну, оно идет на склады. Ну, а у нас народ, знаете, вы молодцы. Хорошо, вопрос. Вот ты сказала, что 10 килограмм, то есть это получается минимальная закупка, а по деньгам это много? Ну, сейчас я вам, девочки, не скажу, это же было где-то 1,5-2 года. Ну, да, минимум где-то, ну, надо 2-3 тысячи, может быть, и 4, смотря, ну, какую пряжу вы выбираете.
То есть получается, если премиум класс, она дороже, там 2-3 тысячи гривен стоит. 10 килограмм. Да, 10 килограмм. Ну вот, когда я покупала на фабрике наша пряжа, то есть это сумская фабрика, вот они и продают белорусскую вот эту слонимскую пряжу, и у них есть итальянский сток. Но они там каждую бобиночку фотографируют, и не факт, что будет бобинка килограмм. Вот перед этим я покупала для проекта мозаика, у меня получилось 2 килограмма. Я думаю, ну куда ж мне 2 килограмма? Да, вот я и говорю, да. Что проблема в том, что вот такие большие фабрики, они делают свою пряжу, естественно, там наша сумская, ну, есть неплохие, потом также, но они продают сток, но они берут со складов, то есть большие бобины. Вот в чем и проблема была, что если, допустим... И не перематывают. Да, они нет, смот не занимаются. То есть они говорят, берите, а потом, ну, что-то придумайте. Ну, я говорю, что если да, если вот мой большой проект сейчас, пальто или еще что-нибудь, то удобно. Все удобно. Равно, ну, на пальто килограмм, потом этот килограмм куда-то пристроить надо. Ну, вот я покупала, у меня получилось 100 грамм 63 гривны. То есть у них, если это в стоках... вот как вот этих вот стоки секонд-хенда, то есть там премиум где-то выходит 30 гривен, то есть 2 раза дешевле, правильно я понимаю? Да, да. Где-то так. А но я и смотрю, почему так много появилось в Фейсбуке, в Инстаграме, прямо целые аккаунты, пряжа, пряжа, смотришь, и там, когда хорошая пряжа, так там цена такая приличная, и 120 гривен, то есть представляете, если это, ну, получается по 30 гривен они покупают, по 120 это 4-кратный подъем, правильно я понимаю? Да, но дело в том, что, ну, как сказать, когда вот сам ты, как определить, то есть приходит, она не может, вот там есть девочка, тоже у меня так она не может угадать, что ей придет. Mm-hmm. То есть если она берет премиум класс, да, там есть даже, вот получается, что там приходят и немецкие, и французские. Я никогда немецкой пряжи, ну, честно говоря, в руках даже не держала. А но у меня вот... есть, я вязала. Немецкая, да, была и французская пряжа. Ну, пряжа, да, как, ну, пряжа. Да, пряжа как пряжа, но мне кажется, больше много акрила. Вот я заметила, вот у меня там было 7 или 8 моточков, угу. И в основном там, в основном акрил. Ну, как-то я к нему, ну, не очень. Он, смотря какие вещи вязать, но у них много акрила, у них присутствие там акрила больше, а вот именно итальянская пряжа, ну, мне качественно нравится. Больше натурального, да? Да, вот я даже в этом году, я же говорю, все лето вот хлопок очень, мне очень нравится, я потом на минуточку отвлекусь, я вам просто принесу, покажу хлопок, вот девчонки, вы вяжете на 0,35, то крючками, да. В одну ниточку. Это, короче, ну, получается даже тоньше, чем нитка, в которой мы штопку делаем, ну, иголку. Ну, то есть, обычно шьем. Она очень тоненькая. В одну ниточку. Там вообще. То есть, как ты узнаешь, вот, допустим, состав? Или тебе просто говорят, вот я когда покупала на фабрике, там как-то так расплывчато написано, пишут, хорошая, приятная, мягкая пряжа, полунатуральная. Ну, в зависимости, куда заходить. Есть даже, вот я как-то попадала на какие-то сайты, так вот есть здесь вот у нас такой штрих-код. Да. И да, там сфотографировано, ну вот, сама бобина, то есть она в разных вариантах, она так стоит, и вот показано именно этот штрих-код. А ты когда заходишь, вот я видела, там есть много их, там даже указывают, там описывается, вот, допустим, название пряжи, и уже по этому штрих-коду можно определить. Они пишут мерисона стока, шерсти стока, акрила стока. То есть именно по штрих-коду даже фабрика указывает состав пряжи. На самой фабрике пишется состав пряжи. Но эти сайты, конечно, да, там, ну, единственное, что вот у меня, что размотки нет. Ну, а вот, вообще например, у меня, я, правда, давненько покупала, от меня осталось шефер, ну, скорее всего, что это немецкая пряжа у меня. Я точно знаю, что это меринос Кембридж. Написано Доменика. Вот это, наверное, цвет фарбы. Артикул Кембридж, пия и вот какой-то номер. Но это похоже на немецкую. Это тоже у меня меринос с акрилом. Такой нежно-зеленый.
Ну да, ну вот тоже так же, вот здесь есть, что они артикулы указывают. Вот артикул М20, это уже может идти название города, фабрики в Италии, где это производится, улица указывается. То есть они настолько тут все у них это, и пишется, да, 30% там этот кидмахер, потом 10% акрил и 60% мериносовой пряжи. Но То ты есть уже они на... по обозначениям, как бы, ты уже знаешь эти обозначения или как? Или это А пишется я захожу в интернет, вот так на телефон, сейчас же набираешь? у нас так телефончик, хоп, на телефончик, и на сканер сканирует и сразу показывает, где это, оно То сразу есть описывает. взять вот эту этикеточку телефоном, сосканировать по фотографии, и ты находишь похожие фотографии, да? Да, Классно. даже указывается город, где это находится. Но это не все фирмы так выкладывают. Это надо очень где-то искать, чтобы тебе... Ну, а так, конечно, да, угадать тяжело, какая она. Но обычно вот на Сумской тоже я заказывала, но ни разу как бы обмана не было. То есть они просто... Не, даже у нас, допустим, в интернете не всегда есть расшифровка вот этих обозначений, что здесь. Ну, То у есть когда... меня вообще было зачеркнуто. Я когда содрала эту этикетку, у меня фломастером подчеркнуто. Но я, ну как, в лупу рассматривала, рассматривала, не видно. Я поднесла к камере, вот у меня же тут камера передо мной, да, и мы все вместе рассмотрели. Я потом эти буквы ввела, и мне получилось, что вообще у меня кашемир с шелком. Я сожгла эту ниточку, но у меня немножко она скаталась, то есть видно, что шелк, скорее всего, не натуральный. Ну, акрил, да, они просто как-то, у них обозначение натуральное, не натуральное, там буквы английские, они как-то, ну, это фабричное у них свое какое-то Маркировка. обозначение. Это надо знать итальянский, потому что вот так зашла, а там все по-итальянскому, ну, даже на наш перевод нету. То есть надо еще и понимать А девочки обозначение. спрашивают, в чем минусы покупки такой пряжи? И Яна хотела бы вот этот хлопок тоненький. Кстати, Яна, мы тебе сегодня приготовили, посмотришь, букляшечку, серая, не серая. Елена Степанова, Оля, все, привет. Мне так хочется просто, пока более-менее техника у нас работает, чтобы не отрубилась, не отключилась. Ну, Что вот. есть у тебя? Так, только не двигать, помнишь, да, Наташ? Только вот подносишь и держишь, потому что у нас это все, это толстенькое. Не Да, двигай, это да. вот букляшечки такие. Угу. А тоненькое, вот у тебя есть тут близко? Есть тоненько, вот то, что мы То, что мы сейчас. нашли? Да, вот оно не все, Возьми оно... вот так на ладошку, положи и подержи перед экраном. Не, ладошку так вот вертикально. Ну, чтобы Вот так. контраст был, потому что нам не видно, да. Ты в светлом свитерочке, светлая нитка, оно все сливается, вообще не видно. Да, о, отлично, вот такая тоненькая. А цвет какой у нее? Ну, она, вот я говорю, что она получается кофе с молоком, но такое светло-светло-светло. Оно и не молочное, и не кофейное. Такая какая-то середина. А серого или грязно-белого нет у тебя нигде в остаточках? Ничего. Нет, такого, конечно, нет. Серый в основном, ну, серый идет вот у меня, но он как-то с голубым отливом. Сейчас покажу. Тоже Оно тоже как... букляшка. Тоже Да, букляшка. но оно такое интересное. Оно идет тоненько-тоненько, а потом чуть-чуть так, На чуть-чуть ручки, на как... ручки. Прямо в камеру, на ручки. И не двигай, да, мы посмотрим. Ну потом, если что, сфоткаешь нам в чатик, выложишь прямо в Да, я телефончике. поближе как-то днем потом. Потому что в скайпе оно, конечно, такое Вот это приблизительное. какой-то, а вот это вообще интересный цвет. Ну вот как будто, знаете, как на, допустим, если горы рисовать, так вот это потом такой вроде как бы снежок вот припорошил. Типа вариант вот такого получается. То есть серо-голубой, серый основной, а голубой получается такие вот типа букляшечками такими. Такой Очень интересно. необычный. И да, и Вопросы. тут У нас тут получается оно вопросы. Да, Наташа. шелк. Да, еще и шелк. Вот, давайте тут очень интересно, и хотелось бы зачитать. Елена, доброе утро. Есть разная пряжа по толщине, Елена Ламбрехт. От 5-6 тысяч до 1500 на 100 грамм. А, это что есть очень тонкие. Вот я сейчас минуточку, сейчас я Давай. на секундочку отойду. Елена говорит, что 2-3 года назад в Европе принят закон не указывать, какая конкретно шерсть в составе. А почему? А в чем тут? Только добросовестный покупатель, может быть, производитель,
указывает состав в описании. Так, вот я пришла. Значит, да. Вот показываю. Вот да. Это хлопок итальянский. Я в этом году его брала. Сейчас я разделаю его на ниточки. Короче, я его в 6. Если вы ее, конечно, увидите. Сейчас я какой-нибудь фон, потому что она настолько... Тоненькая. Ну, понятно. Мы понимаем, да. Ты просто рассказывай. Все равно мы как бы не увидим. У меня тоже есть, да, итальянский. Волосок. Ну, волосок. Тоненький. Получается вообще. То есть тоньше... Это именно 100% или там есть акрил? Вот у меня есть хлопок, но он с акрилом бобинный. Нет, это 100%. И получается, что вот эта одна ниточка, еще скрутка, еще в две ниточки. Угу. То есть ее практически... Ну, она такая не блестящая или все-таки мерсеризированная? Нет, она не блестит. Это не мерсеризированный. Есть у меня это не мерсеризированный. То есть получается, мерсеризированный — это тот, который машина... Ну, когда на фабрике делает, она еще под горячим, типа горячий утюг, как-то вот она так нитку скручивает. Да. А что, Наташ, ты вяжешь вот из букляшки, Лариса спрашивает. Ну, это у меня остатки, я еще ничего не... У меня берет был, сейчас покажу. Оля, доброе утро. Можно побаловать себя и побыть... Да, конечно, у нас сегодня такая интересная. Мой первый, ну, на машине вот берет такой... Это буклированная? Да, да, вот не она. Не двигай, не двигай, вот держи. А то ты вся в звездах у нас, конечно. Если видно. Да. Да, видно, ну, видно. Она очень мелкая, мелкая, мелкая. Ну, на машинку, конечно, да? Да, на машинку. Вот, у меня машина еще 5-й класс. То есть она получается вот это в одну ниточку. Очень, да. У меня тоже есть рыжая букле, еще меринос, оно такое мягкое, а вот оно не тянется. Я когда вязала полотно, мне приходилось что-то добавлять туда, нитку. Не, ничего не добавляла, Виктория, вообще вот ничего не добавляла. Такое мягусенькое. Ну, мне кажется, всякие нерегулярные фриформы вязать, из нее вообще бомба, да? Она не такая толстая, как вот в мотках. Она совсем тоненькая, и такая тоненькая-тоненькая. Есть еще, девочки, такая букляшка. Смотрите, это оригинально. Вот вы сейчас шапку вот эту, ну, вяжем, фриформу, вот это, что вы, Виктория, сейчас. Это вообще красота. Не двигай, не двигай, покажи. Да, остановись. Ага, видно. Ну, я такие пестрые вообще, я как представлю. Мне кажется, там просто полотно одно ровное и все. Можно. Да, она получается, у нее идет, значит, одна ниточка букляшки белые, такие вот, и какие-то они интересные, нерегулярные, потоньше, потолще. Одна ниточка идет кидмахер, и одна идет тоненькая шерсть мериноса. Хорошо, давай еще вот такой момент. Вот хорошо, допустим, если кто-то хочет заказывать себе и хочет заказать сразу там 10 килограмм, то есть... Вот они сделали общую фотографию, и ты просто как бы по цвету выбираешь или как? Или вот ты смотришь на все, они ж... И что они там они еще дополнительно... Да. А? Они не описывают, они просто фото. Ну, то есть ты смотришь, вот, ну, приблизительно синие цвета или черные, или они там все вместе мешают? Нет, они лежат вот, ну, как? Давайте я вот так вот, допустим, покажу. Оп, куча так. Такой, кучка. Вот так. Только что у меня уже это все смотано. Угу. Ну, а они получаются так, на обзоре. Там, может, в клубочках, бобинках стоять. Угу. То есть ты выбираешь, на, если, ну, более-менее разбираешься в пряже. То есть можно даже по картинке, ну, посмотреть, определить, что, допустим, да, не видно, это кедмахер на шелке или еще там. Но если уже идет на бобинах, то есть они же не сматывают. Я обычно выбирала, чтобы мне больше было... Бобиночек. Да, тогда точно, вот они не перематывают, это же они этим не занимаются, они не перематывают, то есть если идет оригинал, то идет оригинал. То есть получается там и бобины идут, и еще каких-то моточков, что они там обычно ложат? Вот смотрите, вот такие вот, допустим, ух ты, какой цвет. Ага. А. Вот так. Ну это типа секонд-хенда уже, да, ниточного, да. Новые, только нет этикеток, вообще даже не перемотаны. Угу. Остатки какие-то, да? Да. Нет, то есть просто потерялись. Ну, тут, ну как, фабричная смотка. То есть это не то, что там кто-то что-то вязал и перематывал. Просто нет на них вот, ну, оригинальных
как бы обозначение, вот это, что это такой-то город, там, допустим, Франция, такой-то объем нитки. Просто идет вот так, моточками. Получается, оно же все из Италии идет. То есть брали вот этого кусочка, как сейчас вот это рвань или как модно пошло, да, там 150 вариантов ниток в одной кофте, там распущено, там связано. Это получается, что, допустим, с партии один такой остался, один такой, один такой. Это оно все таким кучкой Вот такой. прям как мой свитер, где мой свитер, который я показывала. Вот это черно-серо-красный в разных направлениях. Набрать вот так вот, да. И шерсть. То есть есть у меня один моточек. Вот кто любит тапочки, часто сейчас пошла мода в интернете. Вот смотрите, еще кит махер, вот такой вариант. Красота. Желтый, такой солнечный, красивый. Любит такие. Ну, сочетать тут есть много чего. Еще вот такая интересная ниточка. Тоже она не букляшка, а как бы вот. Вот такой вариант. Коричневая или молочно-белая. В общем, надо мутить какой-нибудь проект, купить на весь чатик 10 килограмм пряжи, рассортировать, представить. Но это всегда достаточно сложно, вот кто организовывает, это всегда так, кто-то доволен, кто-то недоволен. Я, например, сотрудничаю с девочками, которые вот в Черникове, кстати, вот эти 40 петель добра, они вообще дают бесплатно пряжи. Получается, что ты им потом возвращаешь, вот кто хочет, ну если не себе оставлять, а вязать там кому-то. Вот я серый связала жилет, и я им отправлю. И тут еще и люрикс, по-моему, да, немножко. Да, вот это вообще оригинальная нитка. Розовый шелк настоящий, то есть не акрил точно. Потом идет белая букляшечка, тоже что-то такое с круточка, может меринос скрученный. И он, знаете, как вот не скрученный, скрученный, а потом корп вроде распушенный, вот такими вариантами. И еще и люрикс. Вот это вообще необычный А что оригинал. ты вязала из такой пряжи? Нет, у Или меня как? остаток, я и никак не знаю, что с ним. Короче, фриформ нужно. Надо вязать фриформ. Пристроить. Она такая. Свитера. Я это кругом этого клубка все время хожу и думаю, ну красивая, ну куда же его Что с... пристроить? Ну возьми в чатике, там поставь девчонкам с фоткой. Может, кому-то для счастья не хватает. Цену не поднимая так вот по себестоимости. Я б так продавала, чтобы оно не лежало это все. А на вырученные купила бы 2 килограмма какого-нибудь кашемира. Еще такой вот есть. Это получается кит-махер, только букляшечка. И она такая секционная, она такая интересная получается. Бело-желто, нежно, такой не салатовый, такой нежно-зеленый. Такой необычный вариант у нее. Ну да, и что свяжешь тут грамм 50-80, ну Нет, это... такой еще есть. Ну, то есть тут на кофте, если, ну, как... Так, на кофточку, ну, такого небольшого размера есть еще клубочек. Просто... 400-500 грамм можно запросто, да? Да, то есть получается, что... Ну, то есть, ну, вот такой вариант. А заказчикам ты предлагаешь, ты ж можешь взять, вот, допустим, ты сейчас белый показал, ты можешь смотать и на спицах, там, на пятерке, на шестерке быстро связать, допустим, какой-то свитер. Все-таки одежду чаще покупают, заказывают. С шапками такая конкуренция бешеная, все Я уже вяжут. даже компонировала, но это больше такой весенний вариант. Сейчас хотят уже такое, знаете, чтобы на курточку, а на курточку, но это точно надо какими-то, я не знаю, или нерегуляркой вязать. Вот, допустим, есть вот так вот. Ну да. Я уже даже компонировала, что можно вариант, о, типа вот так. Вообще. Наоборот, это вот чем сейчас, по-моему, даже вот красят пряжу, чем сложнее вот этот цвет переход, оно, наверное, тем и интереснее. Да, вот я для себя, это ж меринос, девочки в Одессе красят. Ну, она художник-дизайнер по образованию, девочка с Одессы. Так не Я только в сейчас... Одессе, а в Чернигове у вас Наталья Забродских, по-моему, знаешь такую мастерицу? Не знаю. Ну вы же там Надо рядом поинтересоваться. живете. Я знаю ее. Она, кстати, Оно как всегда. о, она, надо, кстати, ее как-то, может быть, позвать. Она вяжет вместе с дочкой. Я очень давно ее знаю, помню. Она даже как-то созванивалась, и мы общались на ярмарке мастеров. Она ирландская, нерегулярная вяжет. Сейчас перешла, начала красить меринос этот вообще. Оля пишет, все на аукцион
и себя порадовать 2 килограмм хорошей пряжи на целых 4-6 проект. Не, мы так сразу пальто, чтобы продать да, его шикарно, да? Ну, да, если бы я носила что-то такое, или хотя бы, чтобы лет 20 скинуть, так я бы точно себе связала это. Вчера заходила специально, вот пряжу смотрела, готовилась и заходила на Fashion Mod. Люблю показы. Ну, так вот как раз там вот такое пальтишко бы пошло, да, со всего этого. А если пэтчворк, представляешь, вот взять, так рассчитать, раскроить... Я когда-то в свое время вязала вообще много вот именно с такой пряжей и кусками, то есть вот берешь выкройку, расчерчиваешь, вывязываешь там разными гладкую пряжу косами, а что-то буклированное прям такими полотнами, ну и чтобы цвет был не такой сильно контрастный, чтобы пестрым пледом не казалось, а именно с такими вот переходами, мне кажется, было бы вообще классно. В общем, да, следующий проект будем пэтчворк вязать. У Наташи как раз есть куча пряжи. Есть, да, да. Есть из чего, и шерсти много. Ну, да, там можно и зимнее, я просто все не вынесла, потому что, ну, куда? Меня не видно будет. А много у тебя еще пряжи осталось? Если не секрет, много? Есть, да, есть еще, есть. А ну, то, что в бобинах, что сейчас еще на машине вяжем, так в бобинах не будем все носить, потому что то надо ну, специально. Ну, бобины, да, их там, ну, как ты посмотришь. Так тебе остается просто теперь вязать классные изделия, делать хорошие фотографии, потому что надо хорошие, Наташа, хорошие в студии. Я уже в этом убедилась. Так что вот сейчас как только пальто закончим, так и сделаем хорошие фотографии. То есть пойти даже заплатить там за час студии, взять какого-то или знакомого фотографа, или действительно классного, и находить клиентов, чтобы они ахали, охали. И, как говорят, вначале ты работаешь на свою известность, а потом дальше уже будет известность на тебя. И если ты там какую-то выберешь технику, что-то будет получаться. Оля, пишет, да, я сейчас еще на минуточку отлучусь, вот я сижу в свитерке, конечно, это первый мой свитерок, я машину вязала, принесу, покажу, с какого пряжи я ее вязала. Я сама не знала, что так красиво может ложиться пряжа, хотя машина 5-го класса, то есть вяжет только очень тоненькие, ну, тоненькую пряжу. То есть, ну, получается... не очень, у меня 7-го класса, вот у меня тоненькая, у тебя такая средняя машина. Средняя, да, ну, я как бы третью уже не хотела, потому что вот... Смотрите, еще есть такая красота. Сейчас покажу. Сантиметр шириной. Это как раз на ту шапку, которую мы будем когда? В пятницу? В пятницу будем вязать. Да, вот это как раз только, не знаю, хватит ли. 140 грамм надо где-то. Ну, может, сейчас взвесим. То есть, получается, да, тут я как-то и подсчитывала. То ли, ну, она тут получается в две, вот расхождение, в две ниточки. Можно еще распустить. Да, да, тут... Если не, у нее получается в 4, вот она... Не, ну если ты сильно будешь раскручивать, она же начинает рваться. Ну, я говорю, это что в 4, да. То есть она, а сама по себе, она толстая. Ну, я вязала девочке шапочку бини, походу, да, тоже я сматывала ниточку в 12. Тоже в 12 нитей, тоненькую нитку. Ну, красиво получилось. На десятку только я на спицам и вязала. А, я ж вот это тоже шапку свою показываю, что... Мне нужно на шапку, мы в принципе все, мы тебя отпускаем, иди неси, что ты нам хотела показать, а я пока покажу. Мы уже в принципе все собрались, но если вдруг кто-то еще не добежал, еще хочет с нами, значит это у меня обычная, это тоже у меня или немецкая, или французская, или итальянская, ну не наша, ну точно, это вот меринос с акрилом, у меня такой голубенький. В 12 сложений шапка. Ну, немножко она слежалась, поэтому так. То есть можно даже одним цветом. Я здесь добавляла немножко махерчика, чтобы было, ну, чуть-чуть интереснее. В принципе, можно даже из вот таких всяких буклированных с остатков, с чего-то такого связать. Можно из гладкой связать. Декор можете тоже разный себе придумать, там, какой хотите. У меня такие цветы получились. Хотите что-то ирландское ставьте, хотите более объемное. Татьяна, добрый день. Ирина, у меня букляшка светлая, много молока в кофе. Купила к ней белый акрил, тоже 900 метров. Такую классную пряжу увидела впервые. Ну, вот можно делать смесовки всевозможные. Главное придумать
что из этого связать и какие сделать удачные вот эти вот сочетания, чтобы оно было классное, современное, чтобы оно не выглядело немножко, не было похоже на бабушкины коврики. Ну, показывай. Алла Шар, доброе утро. Показывай, Наташа. Это что? И рассказывай. Вот это вот итальянский кид махер. Вот она какая тоненькая. Тоненькая. Но на машину она так хорошо улеглась. То есть получается, что вот этот все, весь пух, машина его как бы, ну, укладывает. И получается, что... Ну, это на шелке, вот как обычно говорят, что на шелке. Не-не-не, именно на мериносовой ниточке, это не на шелке. Не на шелке. Шелк, он блестит, а это не, это именно... А ты знаешь, как определяется? Вот мы одно время тоже вязали и пробовали разные, и нужно было объяснить людям, почему вот этот дороже кидмахер лучше по качеству, а этот, допустим, не лучше. Вот берешь ниточку, смотри. Берешь ниточку и потом пальцами проводишь. И такое впечатление, что весь этот кидмахер с основной нитки, он стягивается и высатывается. А этот тянешь, оно все на месте остается. Да, да, да. Качественно. Да. И получается, когда машина его вязала, она тоже вот этот пух вкладывала. Угу. Не, ну, оно потом тушится, его ж когда можно не, ну, вот я сижу сейчас, вот. Но я просто к тому, что я просто не ожидала, что оно так вложилось красиво. Получается, оно, ну, як, к телу, на голое тело, вообще абсолютно не кусючий. Можно носить на голое тело, и теплый, ну, я в нем сейчас вот хожу, как в этом самом, как в кожушке. Я его как надену, я его снимать не хочу. Да, так вот. Понятно. А есть другой, да. А сколько уходит, сколько кидмахера приблизительно уходит на свитерок? Вот я как бы, оп, сейчас встану, длина. О, у меня ушло 150 грамм. Сколько? 150 грамм. Красота. А есть у тебя еще 150 грамм кидмахера, чтобы купить и связать свитерок? Да нет, тут осталось, наверное, грамм 70. Вот. Все самое интересное себе забрала. Не, я имею в виду не только этого, может быть, другого. Ну, действительно, там же метраж очень большой, 1000 метров или сколько, да? Да, да, там 1400 метров я брала метраж такой. И вот в одну нитку, а плотность на машине в одну, какую? В одну, я ложила пятерочку, потому что не знала, ну, вот как оно ляжет. Оно... На пятой плотности, да? Да, на пятой. И у меня аж перфокарта, так вот так вот, ну не знаю. А если это вязать, допустим, спицами, то какой номер спиц? Сразу скажу, девочки, не пробуйте спицами, очень некрасиво. А чего? Ну вот не знаю, мне не понравилось. То есть оно кривое получается, оно неровное, да? Да, узор не держит, ну как, теряется узор, некрасиво. Согласна. Тяжело, тяжело вообще. Единственное, что это если к шерсти добавлять, да? Да, если куда-то, ну, я попробовала взять, допустим, саму ниточку шерсть, полушерсть, может, даже пробовала вот эти слонимская, к ней еще не привыкну, не понравилось. Некрасиво. Почему и когда заказывала для машины, я 150 раз просила на машину ложиться, она сказала, берут в основном девчонки, но эта девочка, она в основном для машины, ну, берет эти кидмахеры специально для машины вязания. На спице вообще абсолютно некрасиво, я распустила и сказала нет. А как вот платье вяжут, такие солнце-клёши из кидмахера, видела? Да. Вот они берут такой же вариант, оно очень красиво, но есть разные. Вот я брала такой кидмахер, вот который на мерисоне, а вот который на шелке, ну, он тоже не теряется, но он к телу такой, уже колючесть. Да? Ничего себе. Уже колючесть появляется. То есть видно сразу. Вот я свой уже ношу, ну, уже вот год будет. То есть я в нем, то есть, да, ничего особо. Мне нравится, что он постирал, не меняет, не тянется, не шире, не уже. Ну, только я стираю руками, машина нет. Я как-то, ну, не любитель машины стирать. Понятно.
Там. А букляшечку можно спицами вязать? Ну да, конечно, Ирина. Как раз можно тоже, как и обычной пряжей, вы Да. стираете то сам, вы вяжете. Единственное, что, конечно, когда ворс, ну, букля достаточно такой крупный, тяжело, оно, мне кажется, цепляется. На крючке вообще тяжело. Ну, да, я тоже так думала, что букляшечку на крючке тяжеловато может быть. Или надо Тяжело, как-то тяжело. так угадывать, чтобы вот этой букляшечки на лицо. Нет, даже не то, чтобы на лицо, а нужно просто менять там, скажем, полосы буклированные, полосы такие, потому что не видно петель, они вот за букле прячутся, и вот это вколоть крючок, это, короче, взрыв мозга. Так Ну, же, как и вот травку тяжело. которую, да, вот которую вы, Вика, шапочку сейчас вот, ну, мы вяжем, ну, на этом самом фриформом, то там красиво, нерегулярно, мне нравится, там все идут, и кидмахер красиво ложится, Ну, у меня особенно там нет если букле, у меня ж нет там букле. У меня только вот это светлое, там там... Не, я тоненькое, имею в виду как кидмахер красиво, там столбики кедмахер, да. пушистые, мне очень нравится ложиться. Я думаю, туда может как-то пойдет. Оно на эту потеряется. Может, на эту просто кину, ну, такие. И еще ж проблема в том получается, что вот в магазинах ты когда приходишь, то букле такое, оно вообще крупное. То есть там вот тонкое такое, там нет, не продается в магазинах, ну, насколько я Это знаю. же на бобинках, вот что я показываю, да, вот эти вот все буклешечки, они же на вот этих, на всех, на бобинках были. То есть они не просто в смоточку. То есть это получается фабрично. Они же в основном эти кутюрье берут там редко кто руками. Ну, там как-то они на машинах или Не, специалист. ну это же цена вкладывается. То есть размотка занимает энергию, количество времени Да. определенное. Естественно, Если хлопок вот этот брать. этикеточки это нужно. Ну, нам не видно. Не двигай, не двигай, держи вот так. Говорю, если вот этот хлопок, он приходит в одну ниточку, вот его в 6 мотать, это ж надо, ну, А у тебя электрическая моталка? не, Электрическая? Руками? совдеп, совдеповская. Кидмахер, махер и кашемир в одну ниточку спицами на любителя. Мне очень нравится. А мне не всегда нравится, когда вот букле начинаешь смешивать, и вот это такая рябь получается. И достаточно сложно это Ну, все да, сочетать, совместить, и чтобы эта смесовка была интересная такая. Ну, вот никто этот рябой букле, его я не вяжет. думаю, что его лучше вязать, чтобы присутствовала чисто черная еще была или чисто белая пряжа. Ну, полосами может быть, или как-то вот, ну, обвяз какой-то, или ромбом. Потому что если чисто с него вязать, ты будешь вообще, тебя незаметно будет, он какой-то Да, будешь сплошное рябью. пятно рябое, да. Вот поэтому с этими как бы сложно и сложно. Ну, мы так плавно переходим с тоненьких летних, переходим на всякую вот эту вот. В общем, девочки, смотрите, думайте, организовывайтесь. А еще лучше это называется такое движение. Сколько там ты, сколько у нас Оля Стехина, да, участвует. Я так тоже негласно стараюсь не покупать. Но, естественно, когда большие проекты, то приходится покупать тот же там килограмм. Но я конкретно нашла сразу себе клиентку, на которую я буду вязать. И тогда уже мне пришлось купить. А так стараюсь вот из чего есть, вот что у меня есть, и хорошие ж классные остатки. Поэтому всякие фриформы, нерегулярные, мне кажется, вот как раз для таких вещей пойдут. Либо украшения. А ты вот планировала, думала как-то, допустим, взять ту же вот ленту из нерегулярного, вот сейчас я вяжу шапку, и где-то использовать вот эти вот знания. Где бы ты хотела? Ну и да, ну мне бы, конечно, больше вот свитерок понравился твой, Вика, который ты показывала последний раз. Вот этот нерегулярный. Да. Вот туда бы вот эти буклешечки, я уже даже отобрала по цвету, поставила, обставила Ну, нитками, только не свяжем. Я вставлю. думаю, что он будет не очень сложным. Там тоже будет крючок, троечка или четверочка. Я единственная, вот по опыту, могу сразу сказать. Этот свитер, а у меня там половина из них именно стопроцентная. Вот, по-моему, красная. Черная, это у меня букле еще немецкая. Еще вот когда мне было 18 лет, покупали. Она такая классная. Она вот не снашиваемая. И я уже не знаю, куда это букле вот... Красная 100%, по-моему, серая 100%, ну а белая это что-то наше было, типа турецкой пряжи. Ну, так как у нас тепло, у нас практически 10 градусов зимой, ну куда такой свитер? Ну, разве что может быть на демисезонное пальто,
но в нем очень как бы жарко. Поэтому Ну, ярче, пардон. кстати, об этом даже и думала. Вот почему одно время, вот я очень, ну скажем, не очень много вязала, опять же, этих фриформенных свитеров. Ну вот как-то не продавалось много. Я спрашиваю людей, ну почему вы не покупаете? Аж классный свитер, все. Они говорят, ну мы офисные работники, ну куда, мы приходим, у нас в офисе 25 градусов. Они же не будут, дошли до работы, потом сняли этот свитер, переодели что-то другое, одели свитер. Не, они так не одеваются, да. И получается, ты не знаешь, куда это вязать, вот если оно толстое. А если тоненькое, опять же, та же букляшечка не очень толстая. Вот ты показала черную, ну куда ее вязать, черную, там крючок номер 6, нужно 7, и оно такое будет толстенное, типа куртки. Но куртку тоже не каждый сможет связать. Вернее, как наш этот мэр Кличко говорит, не каждый может связать, но тот, кто сможет связать, он, в общем, намучается. Но не то, чтобы намучиться, это нужно подкладку, это нужно идти куда-то в ателье, чтобы тебе покроили, пришили там, как-то это все сделали, до ума довели. То есть я когда вязала много этих курток с капюшонами, я вязала вот эти вот беечки, которые, ну, они же на машинке тоже вяжутся, потом вот так вот китлюешь, да? Но их просто Да. на машинке пришивали, вот по вороту беечки, тут беечки, и потом пришивали змейку, но внутри был именно подклад на синтепоне, такой был классный. Тогда воспринимались эти куртки, вот кто у нас там последний в чатике берет прислал с листиками и цветочками, по-моему, Татьяна, да, из Татьяна, Крыма. да, Татьяна Вот в прислала. такой технике, прям сшивные элементы, я вязала эти куртки, они были такие классные. И вишневые, и черно-белые, красные, голубенькие, беленькие, молочные. Ну, конечно, куртка, ну что-то все такое мажется очень быстро. Но, тем не менее, можно было ту же куртку машинки. Честно говоря, клиенты редко кто стирает ручками. Ну, И так как понятно. они стирают, как одна у меня была клиентка в Одессе, она такая взяла, говорит, ну я же в деликате замочила. То есть она замочила. Нельзя замачивать. И при том, что я проверяла красную нитку, там у меня были лебеди с красными, там что-то у них клювики были, там еще что-то, не помню. Тоже морская была тема. И клювики те-то что-то там полиняли. И нам пришлось бисером расшивать, чтобы вот выпарывать эту сеточку, что она... Надо было просто ручками. Ну куда ручки там такие, что ну не стирается. Она говорит, не, стирайте в машинке, не морочите голову. Ну хлопок там, что там с ним. В машинке на деликатной стирке нормально отстирывается. Ну конечно, если какое-то изделие, как вот сейчас вяжут, с торчащими цветочками, лепестками, все такое достаточно объемное, 3D, там только руками. Там, конечно, машинка все это испортит. Либо нужно каждый потом лепесток этот расправлять, укладывать, чтобы оно все это было красиво. Но если такая одежда повседневная, то, конечно, можно и ручками быстренько свитерочек из кашемира там или из мериноса, допустим, Да, ну вот любого что, его замочила достать. быстренько туда-сюда и Так, хопа. ручками Я чек. еще люблю полотенце так вот, чуть-чуть полотенечком прижала, прижала, прижала. А на чем И... сушишь? Ну, у меня плечики такие, я рассказывала, такие широкие, специально плечики такие есть. Ну, только не тканевые, а именно фасон так сделанный, когда-то эти, забыла, как модные дома, и там плечиком набрали. И не получается, что красиво, так, на плечики. Сначала ложу, ну, чтобы стекало, а потом уже на плечики. И ничего не тянется, ничего, хорошо, нормально, не Хорошо, вытягивает. уговорила нас. Я, наверное, сегодня уже вязать не буду. Думаю, что мы затмили мое вязание. Я буду завтра вязать, да, завтра четверг. Вот у меня лежит эта шапка, буду дальше уже встречу с вами. Мы так час поболтали, ответили на ваши вопросы. Теперь вы понимаете, что такое сток, можно ли с ним работать и вообще какие плюсы и минусы. Одному тяжело, правильно, Наташа, со Да. всем этим справиться. Все-таки, если как-то где-то, то либо ищите, есть группы или какие-то аккаунты в Инстаграме, там действительно можно не очень дорого. Иногда бывает, скидочки девочки делают, или на той же фабрике Сумской. Ну, то есть, вот акрил я вообще покупала перед повышением, индийский акрил, 15 гривен 100 грамм. И вот я с него плед вяжу. Ну, акрил, конечно, это такое. Да, я его тоже брала, есть у меня, он у меня есть разные, ну, так, тоже, я детские пледы вязала, то есть И, именно по-моему, нормально, да? Я вот стирала, такой. смотрела,
Он такой На неплохой. пледы, да, на пледы, даже не то, что на детские, на взрослые пледы, нормально, Я нормально. одежду вязала и нормально, но то есть он нет такого эффекта, что совсем такой скрипучий, стеклянный, как есть акрил вообще такой. Вроде бы ничего. И вот опять же вот этот вот глицинию получила 63 гривны, это нормально. Пусть даже килограмм. Вот сейчас еще одну заказала. Какой-то цвет такой красивый, типа фукси. Ну, у меня килограмм получилось, бобиночка килограмм. Ну, это не 80, не 100 больше, как Она магазин. там то ли 50 грамм, то ли 70, смотря какая фабрика. То есть там минус 70 грамм. Там железно вот эти штучки 50 или 70 грамм, зависимо А, вот какая. это они пишут, да, что с весом конуса. Ну, то такое. Конусы. Я тоже взвешу. У меня есть и которые конусы в нашем городе. Очень большой был хлопчатобумажный комбинат, и там как раз ткали нить, да, и вот они на эти бобины накручивали. У меня даже моталка осталась, потому что тот, у кого я покупала, он работал на этой фабрике. Ну, фабрику закрыли, обанкротили, как всегда у нас. Она, по-моему, была чуть ли не самая большая в Европе или одна из самых крупнейших. Индийский хлопок перерабатывали, знаменитые вот эти полотенца херсонские, вот эти вот все. Да, помним, помним. Простыни, да, все это закрылось, у меня и мама там работала. И остались вот эти вот пластмассы, так у меня вот целый кулечек еще этих бобиночек, и оно хорошо именно на промышленные вот эти вот моталки. И у меня вот буквально, я всегда говорю, девочки, приучайтесь пользоваться услугами. Вот у меня, например, трикотажное ателье, которое, ну, буквально через три дома, вот на моей улице. И когда наступает перед холодами, потому что во время, конечно, когда прохладненько, там у них забито всегда работой, и они такие, не, мы не можем, аж через месяц будет. Как через месяц готово? То есть там и десятка машинка, и бразеры эти все. Приходишь, берешь с собой подмышку какую-нибудь итальянскую полушерсть хорошую, приходишь и говоришь, свяжите мне гольфик. И цена, ну, просто смешная. То есть вот когда приходишь так вот, то есть не так, как в ателье дорогущих, а именно у нас такое ателье, скажем еще, почти совдеповское. И выходит этот гольфик не так, как в магазине. Я сейчас не знаю, какие цены. Смотришь, там 30% шерсти, а этот свитерочек чуть ли не 1200. Ого, ого, какие цены. То есть можно таким образом себя, скажем, одевать не очень дорого. Да, акрил. А мне еще акрил, он же есть еще, ну вот турецкий не помню, еще какой-то я брала. По-моему, турецкий, но там три фабрики тоже делают акрил. И весь этот акрил весь разный. То есть Мне не нравится, турецкий мне не нравится, я тоже вязала. Он такой вообще плывет, как сопли. скрипучесть, Скрипучий. и да, и он когда вяжется, он такой деревянный. Ну такой прям на ощупь вообще, да. Раньше у нас кроме Турции ничего не было, а теперь мы уже А стали еще все фазовые. да, я еще хотела спросить вот насчет слонимской пряжи. То есть раньше я много вязала, я покупала семеновскую. Ну вот сейчас в сравнении, ты не вязала семеновской? Связала. Вот сравнение слонимская с семеновской, потому что я слонимскую не знаю. У меня вот кто мои знакомые или там клиенты, они когда ходили даже вот в ателье заказывали, они говорят, Вика, под пальто скатывается вот семеновская. Я говорю, ну попробуйте эту слонимскую. Вот в сравнении, что ты можешь Ну, сказать? я, знаешь, в чем сравнение? Я скажу только в том, что у Соломенской, у нее скрутка и попадается катыш, ну, уже на самой ниточке с катышки, то есть получается неровная нитка. И вот когда вот эта неровная нитка, она где-то под иголочки попадает, тяжело. Получается, даже иногда бывает, что спрыгивает иголка, потому что там, допустим, 3-4 ниточки вяжешь, если где-то налаживают, и потом это видно, В ну, полотне. да, в полотне видно, то есть получается, петли эти видно, где накладка вот эта есть. А вот сейчас я вяжу, правда, крючком, на машину еще не ложилась, если останется, положу на машину, тогда посмотрю. Но сколько вяжу крючком, еще ни одного вот этого катышка вот этого не видела. Именно вот этой сломинской, вот этой последней. Слонимская. Да. Слон, от слова слон. Я тоже Слонинская, да. Мы каждый слонимская, слоним, слоним. У них там город, по-моему, такой есть. раз слышим. Да.
Ну, качество лучше, даже сама пряжа мне качеством лучше. Чем Здесь сукно. больше мериноса больше, а там получается 50 на 50, а тут 30 на 70. Где 50 на 50? У этой первой. Семеновская. Семеновская, у нее 50 на 50, у нее 50 акрила, 50 меринос. А в этой идет 30 на 70, 30 акрила, 70 меринос. И сразу чувствуется качество. В руках даже и, ну, за счет мериноса она мягенькая такая, ну, лучше качество. Ну, будем пробовать Да, есть. мне очень понравилось. Вот первый вариант больше понравился. Я так на машину руль не ложила, а там много, там даже, ну, чувствуется, что идешь, когда машина вяжет, хоп, ниточка застряла. Но это Смотришь, а для они как машинки, да. Ну, катышки. раньше сама Сумская, она тоже производила пряжу, тоже полушерсть. У меня прям была карта цветов, я заказывала Сумская. Но она еще хуже, как бы, как по мне, еще Семеновская, конечно, была получше качества. Но, Была по-моему, сейчас получше, они уже ничего не производят, да? да. По-моему, они только уже Они стали там продавать. еще что-то, они делают вот этот хлопок, Хлопок. да, хлопок с льном делают, вот это я брала у них, вот это Хороший, хороший он. ну, на спицы, даже на спицы оригинально, крючок, вот я начала связать, сейчас принесу, как сумку мы пробовали, начала фриформ, ну, это цветочка вязать, как бы ничего, но на сумку мне показалось, что будет сильно, ну, как мелко. А если вязать, допустим, летнюю какую-то кофточку и вставить, ну, вот я уже себе так планировала, то есть будет летняя кофточка, а тут где-то посередине фриформ будет. Так оно хорошо. На спицы очень отлично ложит. 3,5 ровненько. Ну, мне нравится Но оно не ровненько. блестит, не блестит. Нет, не блестит. Там хлопок и лен не блестит. Там у них, видно, еще нет этой системы, как в Турции, что когда нитка идет, мне объясняли, эти горячие катушечки, и они вот так вот, типа как горячий-горячий утюг. Ниточку эту, и получается вот этот мерсилизированный, то есть блеск появляется. Они ниточку эту как-то прижигают, такие варианты. Обрабатывает. Да, они пресс, у них специально горячий пресс, когда нитка идет, она типа получается вот как что, ну, обжигает, обжиг делает. Получается вот этот блеск получается. Ну, мы не везде блеск любим. Я где люблю, а где не люблю. Понятно. Ну, а так на машину не, конечно. Хотя там метраж великолепный, но на машину не. У нас еще на Украине есть вивчарі, может кто, А это ну, не там? слышал. Это не там? Нет, это Западная Украина. Западная Украина, вивчарина, потому ее слово, ну, вивчари, там где-то делают они эту пряжу. Я вязала на полтора спицы, на машину не ложила, потому что тоже есть иногда попадается, ну, неровное волокно. Но на спицы очень красиво, ложится хорошее качество, чист, ну, там 100% шерсть, но не колючая. Не колючая? Не, не такая, ну, як, есть, ну, чуть-чуть, но не такая, что есть, что то носки вяжешь, а не аж, ноги аж горят от, ну, от части. Не, хорошенько. И метраж там отличный, там получается, сколько же, в 100 граммах, то ли 350, то ли 400 метров. Очень хорошо, она тоненькая, красивая, но на полторашку спицы очень хорошо, А мне понравилось. не косит, Не, не не косит, косит. не косит, Я не вязала еще гладит. ажу, ну, вот это, жаккард. Жаккард еще с переплетениями стирается, носится. Даже нету вот таких на нитках, ну, катышки нет. Хорошо, мне понравилось. То есть Муж в на процессе носки она не скатывается. Нет, не скатывается. Еще бы научили красить, как вот дундага или дундага, не знаю, они все тоже путаются, Ну вот мастерицы. я ж в Мериносу, у девчат, вот это ж в Одессе. У них, кстати, выставка была, но это в Инстаграм, этой девочки, она в Инстаграм, я ее так чисто случайно, мне понравилась она, когда в Инстаграм регистрируешься, там же ж они тебе предлагают, если видят, что ты интересуешься, вяжешь, они тебе сразу подкидывают кандидатов.
Так, а они где покупают пряжу? Или это секрет? Красят? Она не говорит, где. Я так думаю, что они берут вот это на складах меринос, либо белый, либо ну, молочный, потому что цветовая гамма там у них получается. Вот я себе взяла такую вот под сумку, типа как под джинс. Она синенькая, серенькая, такой переход. Ну, пряжу прислали отлично. Пряжу еще не пробовала. Жду следующий какой-нибудь Я проект. когда-то красила ткани, так я так намучилась, хотя у нас же вот ХБК наш, хлопчатобумажный комбинат, и там именно анилиновые вот эти красители, ну это давно было, лет 20 назад. И вот сам процесс закрепления краски, чтобы он не линял, вот это все вот мне не очень понравилось. Мне проще было, я всегда говорила, проще пойти купить готовый кусочек покрашенной ткани, чем, ну я вот занималась цветами, делала из ткани цветы, было очень модно, популярно. А вот сейчас интересно, какими. Ну, наверное, технологии идут вперед, красители закрепляют. И я всегда так смотрю, думаю, интересно, но линяет, не линяет, если вручную. Все-таки это не промышленное производство. Да, ну, всегда купила, такое. Мне цвет понравился, посмотрим. Как свяжем, посмотрим. Ну, красиво. Переходы. Ну, она по образованию, конечно, художник-дизайнер. Она настолько подбирает цвета, что у нее там раскладка такая, смотришь и... Еще бы к этим цветам придумывали бы модели или давали описание, чтобы вот действительно люди... Она сама вяжет, она использует вот этот меринос, что она красит, она вяжет шали. А, шали. Шали. Да, она вяжет шали сама, она вяжет джемпера, ну... Косы не видела, а вот именно за счет перехода ничего там, ну, чем проще, тем красивее. Так, у нее просто там шалечки, ну, красиво, за счет перехода красиво. Шали, конечно, обалденно, но не хуже, чем Дунгана вот это получается. Дундага. 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 Ой, эти все имена нам бы запомнить. Я напишу. О, еще есть степень обжига, они бывают разные. Ну да, это мерсеризация. Видите, я периодически так кого-нибудь так дергаю, кто у нас понимает в этом всем. Потому что все знать невозможно, все очень интересно. Лена, я бобинный кашемир вяжу впервые. До этого я всегда покупала кизмахер. Короче, пошло движение, пошло вот, а что с чем смешивать, а смесовка, а это, то вообще классно. Не только же один хлопок, действительно хочется разное что-то попробовать. Делитесь, делитесь, пишите, отвечайте на вопросы там в тех же чатиках или в группах. А вот это вот так пряжа, вот это вот, вот это пряжа, чтобы мы больше знали, к чему это использовать. Какая вот, ну как мы друг у друга спрашиваем, вот это вот не линяет, вот это классный меринос. Ну он действительно мягусенький, это из всех, по-моему, самый-самый мягкий меринос. И хочется же, конечно, чтобы не золотая была пряжа, а так чуть-чуть подешевле. Да, вот так общаясь, мы узнаем много нового. То есть мы будем стараться, чтобы у нас не всегда был, скажем, восточноевропейский фриформ. Мы чуть-чуть там мирового фриформа попробуем. Может быть, действительно что-нибудь такое. Наберем букляшечки, обязательно обещаю, что что-то такое попробуем. Ну, у меня вот этот серый уже ближе к, скажем, такому мировому, как Prudence Mapstone вяжет. Немножко травки, немножко того, чтобы не очень были сложные столбики, а чтобы было именно там пряжа, переход. Может, что-нибудь и свяжем такое интересное. Хорошо? Да. Наташа, ты нам вот так периодически... Вика, мы там когда будем? У меня там вот горы стоят. Я, может, тоже что-то светлое покопаюсь у себя, посмотрю. Чтобы, ну, было что-то такое интересненькое. Есть у меня белых очень много. Ну, я думаю, вот белое будет отлично видно. Я же еще переживаю, чтобы у меня перед камерой это все было, ну, четко. Потому что только темное, все сразу. Вика, темное ничего не видно. Ну, ладно, ж поменяю же черный на серый. Да, темным тяжело. Особенно черным, да, такая интересная вот всегда... Вы заметили, девчата, что черную пряжу, любую черную пряжу, очень редко где кто использует. Потому что ее очень тяжело вязать. А у меня кто-то был. Свяжи мне черный джемпер. Ну, я пошла искать. Искала, нигде не могу ни в стоках найти. А там девочки пишут, что это тяжело, потому что никто не хочет. Это тяжело вязать черным. А как же хорошую лампу, хорошее освещение, чтобы было видно все эти петельки. А как же ходят-то в основном? Как посмотришь, масса людей все в черном. Это станки, скорее всего, вяжут, да?
Если машина на фабричный трикотаж, они запускают тут и фабрика, станки, машина по компьютеру вяжет, ей все равно темно или светло, а на руки тяжело. Получается, что вот, даже закономерно, зайдите, посмотрите цены на черные свитера, они всегда дороже намного, Да, ну, да. ручной работы, чем обычный, там, светленький, беленький, потому что тяжело, очень тяжело. Я говорю, ну, я вот даже вот сейчас вот мы вяжем этот безрукавочку, жилет внуку. У меня там пряжа, вот это тоже слонимская, Да-да-да, только синяя. темно-темно-синяя, Да. такая почти черная. Так мне получается, я вяжу либо днем, либо под хорошим очень освещением, потому что все равно узор не сложный, но надо смотреть, что куда тяжеловато. Потому я знаю, что черный цвет очень такой, даже вот поискать, и одну-две бобины можно найти, редко, кто, сколько уже не смотрю, черный под заказ. Очень. Очень Во-первых, редко. его сфотографировать очень сложно. И придумать, ну, то есть, если вязать, то конкретно пришел кто-то там, заказчик, говорит, я хочу черный, тогда садишься и вяжешь. А так вот его даже тиражировать тяжело. Ну, в общем, это так, отдельная тема для разговора про бизнес, да? И платье в тех же черных, смотришь, все хотят черное. Вот, кстати, даже некоторые мастера, которые ирландская, некоторые, ну, есть мастера, вяжут из светлой нитки и, ну, вот ирландское кружево, а потом все это красится в черный цвет. Даже не вяжут черным, а красят в черный. То есть уже когда все связано, ну, я, насколько знаю, я не очень люблю все эти вот, вот когда потом докрашивается, внутри не прокрашивается, потом у меня был просто опыт такой не очень, скажем, такой печальный. Есть пряжа роза, ПНК имени Кирова. И вот одно время, а я тоже покупала там килограмм, покупаю упаковку, я вяжу кофточку, сшиваю, думаю, да что ж такое? Смотрю, вот даже если где-то кусочки не так, ну вот, там плохо заправили, бывает там потом на изнанку заправляют, чтобы обрезки не были видны. Ну да, вот кусочки не так. Смотришь, такой эффект, как будто бы перхоть на этой пряже. Думаешь, да что ж такое, откуда ж это перхоть? А потом, когда нитку я посмотрела поближе, получается, внутри она белая, а сверху черная. То есть она не прокрашенная насквозь, и получился такой ужасный эффект. Я с тех пор вот розу черную вообще никак ни в какую. То есть получилось вот все на смарку. Клиентка смотрит, говорит, а я в перхоти ходить не буду. А мы такие, а, поработали, мы связали элементы, сшили это все, там, сделали выкройку. И все, пришлось носить да. самой. Да, вот, вот. Черный цвет, это тяжелый. Да, потому когда я поискала, сказала, нет, извините, но черное нет. Не хотим, не хотим. А все нет, обожают. я бы связала, но просто ее найти, ну, нереально. То есть там свитер надо было объемный вязать, а это больше килограмма нигде. А то, что предложили, мне не понравилось. У него какой-то отлив тоже был, ну, не черный, а такой. Может, просто так компьютер. Я вообще тяжело, мне по компьютеру тяжело покупать пряжу, потому что, ну, реально, цвет. Не совпадает, да-да-да, это Так, точно. есть, что, девчата, вот есть каталоги. Угу. У меня есть и по индийскому акрилу каталог. Раскладка, все возможное, какие они там делают, есть. Они бесплатно или платно присылают? Не, я оплачивала, когда нитки присылали, именно сумская фабрика, вот это ж, где я тут акрил этот у них брала, мне каталог специально присылали, чтобы я уже их не мучила, а сразу говорила, какой мне цвет надо, и они присылали, именно по каталогу, чтобы не ошибиться. Потому что партии разные, вот как ты, Вика, говоришь, партии разные, все, цвет Да, разный. да. А у них там 1, 2, 3, 6 цветов, все вроде одинаковые, а у них там последняя буковка, там R, там D, там C, там M. И получается, что... Так у тебя уже свой магазин, ты уже открыла магазин. Будешь, не будешь? Не, я имею в виду вязание на заказ. Нет, пока еще ничего. А, есть. Где? Ну, так, еще так, золотые ручки, украинские. А где? Прям сайт называется или как? Да, на YouTube, на мою страничку на YouTube заходите, там сверху у меня есть ссылка. Мой магазин. Зайдем.
Но я тебе желаю сделать классные фотки, потому что Да, хорошая вот я, модель да, это я интересная. уже знаю. Уже да, подсказали, чтобы оно действительно заиграло, чтобы оно было классное, чтобы захотели, побежали там и заказывали. Побольше тебе заказчиков. Кто-то вяжет для себя, кто-то действительно хочет научиться и потом, чтобы делать, создавать изделия. Потом, глядишь, перерастешь и будешь свой стиль придумаешь какой-нибудь. Что-нибудь вот такое замутим. Так что, Наташа, трусите, вдруг у нее там какие-то остатки, а нам же нужно что-то такое. Вдруг чем-то поделишься, что-то продашь, может быть, с кем-то, Есть, как-то, да. чего-то. Ну, Все, пускай я за пару все. дней пройдут выходные, потому что у меня будет ярмарка, я потом вам видео сброшу в чатик или Это вот куда-нибудь. сейчас на выходные на эти будет На ярмарка. эти, да, в В субботу Нежине будет или в Чернигове? Где? у нас в В Нежине, Нежине ярмарка. нас всегда Покровский ярмарок. Покрова это у нас как бы, ну, оберегает город наш, так, Нежин, Покрова. И всегда у нас на Покрову Покровский ярмарок. Со всей Украины приезжают мастера. А Ну, я сделаю маленький. что ты там будешь продавать? Я ничего, я просто хожу, А, ты как просто будешь, пальчик и любуюсь. пойдешь туда. Да. Если будет желание, приезжайте. На следующий год мы можем вам место взять, и будете вы все мои мастера там стоять и продавать. Ну Там да, очень. главное, Я вам чтобы... просто покажу, что люди продают. Ну, сниму маленькое видео. Ой, Вы классно. посмотрите, какая-то красота. Ну, Там вы уже с такие. Аленой начали уже этот, так сказать, запустили этот процесс, уже смотрели, как там. Очень красиво. Ну, все возможно, все, что кто умеет делать, кто вяжет, кто вышивает. Ну, вяжут мало как бы, но вышивки вот в Больше. Западную Украину приезжают. Ручная работа, всякие вот эти горшочки, чашечки по металлу. Ну, короче, пледы вот это привозят с овечек Западной Украины. О, Колючие, да? да, ручная работа. Шерстяные колючие, ух, Настоящие. настоящие, да. Да, с овечек все вот эти кофточки, Теплые. шапочки. Красота. Я вот хожу туда, ну так, для себя, вышиванки. Ну, это надо смотреть. Это просто Вдохновляет. красотища. Хорошо, мы всех приглашаем, приходите на ярмарки, смотрите. На сегодня все. Спасибо большое всем мастерицам, которые сегодня пришли, нас поддержали. Разговором у нас так спонтанно, не спонтанно. Я уже так, чтобы техника наша тут, ух, видите, в другом кабинете так. Ну ладно, как получилось. Сейчас будем все чинить, все делать. Вдруг, если какие-то будут новые интересные там темы для разговоров, почему бы и нет? Видите, у нас вопрос возник, раз мы поговорили, пообщались. Потому что вы все равно общаетесь на эту тему, там где-то в чатике, может быть, между собой. Ну, а может, большему количеству людей интересна эта тема. Поэтому почему бы и нет? У нас, может быть, даже в это воскресенье будет интервью с мужчиной, который вяжет. Вот будет здорово, да, вот будет Это интересно. да, Уже с интересно. мастером, он уже мне вот тут уже привет передал с утра. Ну, у меня все время никак выделю. Мы с ним, конечно, пообщаемся, чтобы у нас технически все получилось. И вам спасибо. Обожаю такие ярмарки. Спасибо за эфир. Спасибо, Всем спасибо всем спасибо. девочкам. Да, всем пока. Наташ, пока. До свидания.